Самарканын Коктасы. Синий камень Самарканда. Выражение тесно связано с днем Наурыза и имеет несколько значений. По преданиям, в обсерватории знаменитого астронома Угулбека хранился синий камень. И 22 марта луч солнца, попадая на камень, якобы размягчал его. Давние обиды прощались именно в этот день. Если обиженный не склонен прощать, ему напоминали: «В этот день и синий камень Самарканда смягчается, или ты тверже камня?» И поэтично описывают теплоту этого дня. В древние времена день Наурыза могли помиловать преступников, осужденных к различным наказаниям, если они, осознав свои ошибки, просили прощения. Из всего этого мы видим, что Наурыз – это начало не только Нового года, но и добрых дел, хороших начинаний, чистоты, искренности и очищения.